Семейно-родовые общины региона смогут получить гранты из окружного бюджета на обеспечение своей деятельности. Соответствующий проект постановления принят на заседании администрации округа. Принципиально новый вид поддержки семейно-родовых общин будет реализован в рамках госпрограммы сохранения и развития КМНС в Ненецком округе. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей. Новый механизм поддержки в виде грантов придет на смену существующей форме поддержки семейно-родовых общин. Ранее через окружной бюджет осуществлялась централизованная закупка различных материалов, которые, к сожалению, не всех устраивала. По своим характеристикам сегодня мы меняем свой подход к поддержке наших семейно-родовых общин. Будем оказывать помощь тем общинам, которые желают реализовывать проекты, которые будут направлены на сохранение традиционного образа жизни, в первую очередь развитие новых форм хозяйственной деятельности, такие как этнотуризм, летний отдых детей, ну и другие направления, которые позволят создать материально-техническую базу в рамках полученных грантов и, собственно говоря, иметь возможность получать дополнительные доходы этими общинами, ну и, соответственно, решать вопросы и занятости в том числе, вот, ну и, соответственно, дать возможность развиваться хозяйством. Заявки на предоставление грантов из окружного бюджета будет рассматривать специально созданная комиссия при Департаменте региональной политики. Условия и порядок проведения конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации. Гранты семейно-родовым общинам разыграют до конца 2015 года.